Ты готова? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1993 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Сделай проверку. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Юлия выходит из своего биоробота и предстает перед тобой. Если в биороботе еще есть копии или голограммы, они сейчас выходят силой моего намерения и становятся рядом. 1, 2, 3. Юлия, как в капле какой-то света, не знаю, энергия, что это у нее вокруг нее. Копий больше нет, она одна, да? Или еще есть что-то какая-то? Она выйти не может оттуда. Хорошо, и силой моего намерения. Я помогаю Юле выйти из ее биоробота. Она становится рядом с ним. 1, 2, 3. Юля выходит. Сейчас биоробот остался, а Юля в этой капле, она руками разводит и не может из нее. Мы можем ее с каплей? Да, можем. Хорошо, давай, одевается сейчас на нее защитный скафандр. 1, 2, 3. И вместе с тонкой копией Юли поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, мы здесь. Хорошо. И я приветствую. Сила моего намерения. Эта капля отправляется в клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Вышла, Вера? А знаешь, она так как... Да, вышла как спираль, такая начала скручиваться и в клетку. Хорошо. И мы приветствуем Юлию. Юлию. И интересуемся, готова ли Юлия к диагностике, доверит ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Да, доверит. Так, Юлия готова, да? У нее, в общем, вот капля эта ушла, но я так и не поняла, что это за субстанция. Она как то ли свет, то ли какое-то как жидкое что-то. И у нее остался как куб такой. Вот она стучит в него внутри. Угу. Там то ли вода, то ли что. Ну, она вот как стеклянный куб, и она стучит в него. Давай внутри. Его тоже в клетку. Хорошо. И силой моего намерения безболезненно этот куб выходит из ее биополя на счет 3. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Со всеми проводами выходит, со всеми подключками. Все, что сейчас установлено и подключено к этому кубу, вместе с ним выходит и зависает в воздухе перед Юлей. Но она начинает трогать себя всю, плакать и говорить, за что это мне. Сейчас я как вода вся. Сейчас разберемся, не беспокойтесь, Юля, поэтому для этого мы и здесь. Вышел этот куб? Да. Отправляю его в клетку тюрьму силой моего намерения. 1, 2, 3. Есть? Да. Все, давай начинаем сканировать и считай, сколько у нее сейчас энергии и какая частота вибрации на начало работы. 67. И? 10 мне о чем-то говорит уже. Хорошо. Сейчас будем разбираться. Хорошо. Она стоит в сканере, да? Да. И я даю команду, программирую сканер. Сканер начинает на счет 3 сканировать все 7 тонких тел Юлии. Находит любые подключки, выстраиваются каналы. Любые подключки обнаруживаются любой цивилизации. Любых миров. Смотри, спрут. У нее вот эта конструкция водяная, это спрута. В красном теле у нее сидит. Но я бес вижу пока. Он в клетке или нет? Да, он в клетке. Хорошо, дальше. Спрут. Бес. У нее занимает полностью желтое, оранжевое тело. Шевелится, я вижу что-то. И силами его намерения все, что находится в эмоциональном теле, выходит и в энергетическом теле выходит силы моего намерения и отправляется в клетку тюрьму. 1, 2, 3.
Смотри, это арахноид, но не арахноид, инсектоид, но у него он столько наоткладывал, они начали вылупляться. Все, и вот они кишат в этом оранжевом и желтом. Ужас. Да, вот до самого верха, почти до Они там инкубатор ждут. сердца, до самого. Три канала, пока. Сейчас, подожди. Я пока канала не вижу. Дракон у нее. Косички плетет в ей. Но Какой? спрут уже там. Дракон? Какой? Синий он. Смотри, значит, дракон. У нас сейчас вообще вот эта субстанция в клетке. Да. Круглоовальная, вот, с которой мы ее забрали, то ли это энергия, то ли что. Потом идет вот этот куб с водой, потом у нас спрут, с ним рядом дракон, инсектоид, Без. инкуб у нас здесь еще сидит. Инкуб есть еще. Вот это от него мне руку жгло. Инкуб. Да, но у нее к кубу тоже идет канал. И ответственность за куб над ним загорается. Ярко-красная лампочка. Один, два, три. Это спруты. Спрут. Спрут, обращаясь к тебе. Что это ты установил в ее биополе? Ты знаешь, где ты находишься? Он Я тебя не рекомендую. слушает, он пытается подключить этот, ну, пробраться к нему и И в моих руках, значит, три. активировать. И, значит, три в моих руках появляется шар атмана. Один, два, три. Ярким светом загорается. Теперь меня слышит? Да, он начинает бить щупальцами. О, отлично. И убираю шар атмана, направляя на него свой щит. Активирую печать семи архангелов мощнейшим ударом света любви отца. Посылаю ему привет. Один, два, три, удар пошел. Свет пошел. Начинает бегать. Ну как бегать, ползать. Отлично. Усиливается свет. Пока не будет готов кооперировать, буду гонять тебя по клетке. Готов Стоп. кооперировать. Хорошо, стоп, выключается свет. Я объявляю всем присутствующим программу. Вы обнаружены. Сейчас состоится реверс энергии. Я заберу, вернее, отдам вам сначала все ваше грязное, заберу все чистое, что вы украли. После этого я дам команду, и каждый из вас по очереди выйдет и вытащит из биополя все, что вы оставили. Если кто-то меня обманет, и что-то забудет, я буду проводить проверку в 1 или 2 миллиона герц. Я сожгу все, что осталось в биополе, и по каналу сожгу того, кто сидит в клетке, то есть ответственного. Всем понятно? Бес говорит, что ты тут раскомандовался? Ух ты! Оно считает цифры над головой беса. 1, 2, 3. 7. 7. Ну, бес, я боюсь, что ты не станешь демоном. А ты знаешь, с кем ты разговариваешь вообще? Ты такой нагло крутой. Но Расскажи на мне. ангелы чё? Да? И... Видели мы таких? А, таких видел. А таких ангелов видел, который тебе сейчас одну вещь покажет. И в моих руках появляется маленький шарик энергии царя Соломона. Один, два, три. Говорит, ты так не шути. А я не шучу уже. Сейчас ты это проглотишь. И это за твой наглый тон. Понял, понял, успокойся. Нет, я уже не успокоюсь. Ты мне сейчас будешь давать всю информацию, причем в два раза. А потом я посмотрю, куда я тебя отправлю. Это за твой тон, бесяра. Я Вельзевула отправил, знаешь куда? И тебя туда отправлю. Тише, не кричи. Нет, уже можно кричать. Его нету в твоем царстве. Нет его. Он в отпуске очень надолго. И он точно так же, как ты, наглел вначале. Потом у него тон изменился. Поэтому я тебе рекомендую не выводить меня из равновесия. Все понял. Убирая энергию, входит в мое биополе, значит, 3, 1, 2, 3. Так, Инкуб, с тобой разговаривать или ты тоже, и повторять тебе, или ты все понял? Он шипит, но он все понял.
Хорошо, все понял. Итак, я обращаюсь к каждому сейчас. Каждый отвечает мне на вопросы. Кто не отвечает, будет, или пытается воздействовать, или не будет отдавать энергию, тот будет наказан на месте. У меня на каждого есть оружие на его чистоте. И только в ваших головах лежит, умах, если таково есть, лежит ответственность, применять мне его или не применять. Если вы будете кооперировать, у меня нет смысла применять оружие. Первый раз, кого я нахожу, я отпускаю. Если я второй раз кого-то из вас найду в этом биополе, который я потом регулярно буду проверять, тот того ждет уже совсем другое наказание. Все поняли? Да. Все, начинаем с чистки, с реверса. После этого я буду задавать вопросы. Все. И я даю команду тонкой копии Юли спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Юлии, энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Подожди, она, во-первых, их боится, а во-вторых, она не знает, как это делать, каналы выстраивать. Хорошо, Юля, не беспокойтесь, все нормально. Мы рядом находимся, они все в клетке, они уже больше назад не вернутся. Вы представьте себе такое, когда я вам даю команду, посчитаю от 1 до 3, вы отторгаете от себя всю черную энергетику по этим каналам, она автоматически пойдет, вам надо захотеть ее отторгнуть из своего биополя, вы поняли? Да, она кивает. Отлично, хорошо. И сейчас я посчитаю от 1 до 3, и вы начнете отторжение всей этой чужеродной, негативной, патогенной, низковибрационной энергии и откат всех программ и негативных мыслеформ. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла энергия. Все назад уходит. Все чужеродное уходит по каналам к ответственным. И усиливаем потоки. Помогаем Юле. 1, 2, 3. Да, пошла энергия. Отлично. Усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона. Рассказывай, пожалуйста, что кому идет. Знаешь, вот в этот куб с водой, как грязная вода течет. Я же говорила, канал к нему выстроился. Да, ты сказала, отдельный канал. 6 каналов получается. Так, я обращаюсь к спруту. Спрут, когда ты зашел? Как долго ты находишься в этом биополе? Спрут зашел. Он зашел 7 лет назад, но вот этот куб он сделал 5 лет уже как. Что это за куб? Это инкубатор или что ты там делал? Да, он делал себе более комфортную среду. Хорошо, ты оставил. Понятно. Ты оставил в ее биополе еще свои щупальцы. Есть там твое? Да, оставил. После того, когда будет произведен реверс, я дам команду выходить, ты выйдешь и вытащишь все, уберешь всю жидкость, которая есть до последнего микрона, вытащишь все свои щупальцы, потому что я буду потом проверять, чтобы ничего не сгорело. Ты это понял? Я тебе разрешу это с собой забрать. Он понял, но он почему-то рвется вот прямо к этому, он сел на клетку. К чему рвется? К этому кубу. Объясни, в чем дело, спрут. Но он хочет внутрь туда. А дальше? Ему там комфортно. Ну, понятно. Там живет. Хорошо, в том кубе получишь тот куб назад. Только если ты сейчас будешь нервно себя вести, я это восприму как угрозу. И начну на тебя воздействовать. Поэтому стань ровно в своей клетке и исполняй мои приказы. Ты это понял? Я тебе отдам все, что я тебе сказал. Но если ты мне будешь мешать, я тебя накажу. Хорошо, все. 7 лет он сидел. Поехали дальше. Бес, когда ты зашел в это тело? 2 года. 2 года. На какой эмоции ты зашел? Какая была ситуация? Депрессия. Пали вибрации? Да. Депрессия, как расстроенная, она показывает. Чуть громче говори, Вера. И я понял, да. Значит, за какие был ты ответственные реакции в ее биополе? За какие боли ты был ответственный? Какую реакцию ты вызывал? Ну, он вызывал у нее дальше депрессию, провоцировал ее на депрессивное состояние. Понятно. Хорошо.
Спрут, а ты за какую энергию был ответственен? Что ты ей какие боли давал? Сейчас, секунду. И вот этот вот да. пресс, он в ногах у нее как-то терся, вот ноги до колен. Да. Вот он терся там как-то, раздражал ее. Вызывал реакцию, понятно. Хорошо. Спрут, за какую ты реакцию был ответственен? Со своим аквариумом. Говорит, мне не надо реакция, мне нужно потомство произвести. Понятно, хорошо. Инсектоид, как долго ты находишься в этом биополе? Инсектоид пришел после спрута. То есть он меньше 5 лет. 5 лет, хорошо. И вот этот шар он сделал. Как понятно. Тепловой какой-то шар. Это его шар был. Да. И что, какой он реакцию вызывал, этот шар? То же самое, потомство разводил. Понятно. У тебя осталось в биополе там твои яйца и все, инкубатор? Конечно, есть? Конечно, это его полностью. Они уже вылупились многие. Понятно. Я тебе дам после реверса команду, ты выйдешь и соберешь все, что ты оставил в ее биополе, и сможешь это с собой забрать. Ты понял? Да. Хорошо, переходим к дракону синему. Дракон, как долго ты сидишь в ее биополе? Дракон зашел совсем недавно, месяц он всего. Понятно, хорошо, значит, много не успел установить. Но я тебе дам команду, дракон, вытащишь все, что ты установил, все свои платы. Все, он почему-то мне показывает ее волосы, он заплетал их. И что это ему давало? Удовлетворение. Что, фетишист какой-то или там? Ну, видимо, вот он сидит сзади, их наглаживает и заплетает. И обалдеть. Вот он такой спокойный, он как поет. Напой, что он поет, Вера? Он в своей нирване какой-то. Понятно, ладно, хорошо, хай там сидит, пусть там сидит. Так, Инку, последний тебе вопрос. Когда ты зашел в это биополе? Как долго ты сидишь здесь? Год. 1 год. Полтора. Понятно. 1,5 года. Я когда буду давать команду, выходить. Он говорит 1,5. Идет 1,5. То есть... Ну, понятно, 1,5 года. Без 2 года сидеть, потом пришел ты. Все понятно, хорошо. Я дам, когда команду, все будете вытаскивать. Так, Вера, ревер закончился, да? Сейчас. Или еще идет? Посмотри. Если еще что-то осталось, остаточной энергии, которую негативные чужеродные энергии выходят до последнего микрона из... по каналам от Юлии. Да, закончился. А, отлично. Устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Юлия забирает себе чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Вот от куба от этого идет человеческая энергия. Бежевая такая, мерцающая. Угу. Чем он занимается, мы знаем. Оранжевая, желтая идет от инсектоида. Дракон синий отдает. А спрут? Спрут. А у него радуга идет. Он по всем чакрам бил. Ползал от одной к другой. Вот же. Конечно, он ее в аквариум загнал. Да он себе аквариум там сделал. Я такого еще не видел, аквариум. Инкубаторы видел, все видел, но это еще аквариум. Свиминг пул себе поставил там. И как они там вшестером умещались? Выбрали каждый свое. Мне нравится, как они договариваются между собой хорошо. Вроде абсолютно разные, космические и темные цивилизации. У меня такое ощущение, что демоны и бесы давно уже заключили с ними какой-то там договор. Совместная деятельность. Просто низ – это нижние вибрации, а космические идут на другие вибрации. Ты имеешь в виду, ваши интересы не пересекаются, да? Нет. И дракон, он вообще пришел на волосы. Обалдеть. Ценитель красоты. Дракон, а что у тебя с этими волосами? Объясни мне, я не пойму, что у тебя там за этот... Столько людей на Земле с волосами. Тебе же не только волосы интересовали. Ну вот он вытягивал с них. А он из волос что-то вытягивал? Он их гладил и вытягивал из них. Энергии? Энергии.
Вот. Тут уже ближе. Не такой уж он и фетишист. То есть он красиво доставал энергии из нее. Другие сосали так, третий инкубатор устанавливал, четвертый куб, пятый качельки себе, шестой все на свете, а этот себе так устроил с волосами Третьего, голубыми. третий глаз на нее Третий глаз, понятно, блокирован. воровал, да. Значит, хорошую энергию будет получать после чистки. Все, так, как у нас с реверсом? Все забрали? Отдали они все. Все, отлично, все отдали. Все, переходим к процедуре вытаскивания все, что вы оставили. Начинаем со спрута. Спрут, выходишь, достаешь все, что ты оставил, ничего не забывая, ни одной жидкости, ничего, чтобы там все сухо было. Приступай. Как закончишь, доложишь. Ну, начал с головы. В фиолетовом теле он сейчас отсасывает какие-то слизь, жидкость, что это. Ну, у него присоски снимает аккуратно так. Правильно, аккуратно снимайте. И от него информация идет, что он очень синхронизировался. С ее телом ему нужно рассинхронизироваться. Хорошо. Нам ему помочь или он сам будет рассинхронизироваться? Команду дай ему. Юля, И тонкое хорошо. тело. И я обращаюсь к Юле. Юля, насчет три. Проводится сейчас рассинхронизация вашей энергетики с энергетикой спрута. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Вот эта жидкость выливается с нее по каналу в этот куб еще. Как туда все влазит? И этот тоже должен синхронизироваться инсектоид, который установил вот этот тепловой вокруг шар какой-то у него. Хорошо, мы дойдем до него, он сделает это. Вот эти двое. Надо нас с космическими чаще рассинхронизировать. Но за 7 лет ты видишь, что такой случай, так его не вытащишь. Он убрался. Все хорошо. Он ушел, да? Все забрал. Ничего не забыл. Но вот она на шее показывает, что еще там есть. Спрут, ты там что-то на шее забыл вроде. А ну посмотри. Он говорит, что это не мое, это инкуба. А, понятно, хорошо. Так, тогда с него и начнем. Инкуб, выходишь сейчас и снимаешь свой ошейник и все, что ты оставил в ее биополе. После этого я буду проводить проверку. Кто проверку не пройдет, будет страшнейшим наказом, предупреждаю сразу. Всех отпущу, а эту сущность накажу. После этого отпадет желание вообще куда-то ходить. Но вот он шею расстегнул этот Ошейник. пояс, ошейник, и она как задыхается, дышать начала, у нее горло открылось, что ли. Хорошо. Еще что-то снимает? Он снял, да, какие-то полоски кожаные с нее по телу. Вот. Вот о них и речь. И с ног снял. Хорошо. Снял все. Хорошо. Все. Инкуб сделал. Там бета-насадки внизу остались, вот ниже колет, что я говорила, он что-то там наустанавливал, раздражать ее. Так, бес, сейчас ты выходишь и вытаскиваешь все, что ты оставил в ее биополе. Как сапоги с нее снимают какие-то. Ну, уже успел сапоги сделать. Колючие. Каждый делает себе подобного. Чтобы она неспокойная была постоянно. Ну, если ноги постоянно колют, как ты будешь спокойным? Все забрал. Хорошо. И инзиктоид у нас остался. Инзиктоид сейчас выходишь и достаешь все, что ты оставил в ее биополе. До последнего микрона ничего не забываешь. Будет проводиться проверка. Он, знаешь, как вот как у кенгуру карман какой-то открыл у себя на животе. И туда И все, да? они туда, тут, которые вылупились уже, они туда все залазят, грубо говоря. Переползает. А все остальное он снимает. Он вышел тоже.
Хорошо. И у нас остался синий дракон. Синий дракон выходит и достает все, что он оставил в биополе. Юли. Но он успел пластину подставить ей. Ну, как же. Забрал все. Хорошо, все. Юлия стоит в сканере. Я даю сканеру команду. Сканер начинает сканировать на счет 3. Находит все, что еще не вытащено из биополя и оставлено интерферентами. Если что-то находится, загорается красная лампочка над той клеткой, которую интерферент не вытащил свое. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел на всех частотах. У него что-то есть белое. И ответственность за этот белое сыграется ярко-красная сеточка, лампочка над ним. 1, 2, 3. Как фата у него в волосах сзади. Белая. А вот это уже похоже на магию. Хорошо, силой моего намерения я отправляю эту фату в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Она выходит из биополя. Это дракона. Это дракона. Это дракон, да, белая. Дракон меня обманул, да? Хорошо. Энергия какая-то. Дракон меня обманул, я смотрю, да? Хорошо, подхожу к дракону, достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. Хватит, хватит, ждешь. Это и есть смысл этого занятия? Она ей очень подходила, говорит. А, вот, она тебе подходила, хорошо. И убираю сейчас печать дракона. 1, 2, 3, уменьшаю дракона в 2 раза. 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. Чтоб ты понял, насколько серьезно я веду свои дела. Вот это, ну давай грубую фата назовем, да, с такой белой этой. Она энергии. Она как, знаешь, в уши была вставлена. Ну, то есть она была сзади, но сами держалась вся установка через уши как-то была установлена. Угу. Все вышло сейчас в биополе? Или еще раз проверим? Сейчас проверим еще раз обязательно. Давай проверим ручным сканером Плеяд. Значит, 3 начинает сканировать. Если что-то находится, автоматически загорается ярко-красная лампочка в том месте интерференции. И ярко-красная лампочка над клеткой. Лярва на голове у нее. Лярва на голове, хорошо. Просканировали ее на чистое. Чистая, хорошо, все. Значит, тогда начнем отпускать. Спрут. Больше никогда больше в это тело не приходишь, я буду его проверять. Ты понял, да? Готов уходить? Он хочет этот свой аквариум. Хорошо, и я даю, как я обещал, этот аквариум. Подожди, стоп. Надо каналы отрубить сперва. И подхожу сейчас к Юлии, кладу руки на плечи. И моей собственной энергией, ударом 200 тысяч герц, сжигая все каналы. 1, 2, 3. Удар. Все ушли. Все отбились, да? Все сгорели. Хорошо, отлично. И все, спрут готов уходить? Да, готов. Отдаю ему его куб. 1, 2, 3. Все, что он принес, забирает с собой. Открывается наверху портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. И спрут уходит на свою чистоту, забирает все, что он оставил. 1, 2, 3. А он зашел в этот куб, все туда поставил. Угу. Еще пальцы все, присоски эти. И начал движение вот этими своими лапами и вышел в портал вместе с этим кубом. Внутри него. Хорошо, ничего не кинул? Не, он внутри куба это. А, отлично, по все. Кваре. И инзиктоид готов уходить? Да, готов. Хорошо, забирай все, что ты с собой принес. Открывается наверху портал на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. И инзиктоид уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, инкуб готов уходить? Да? Сейчас, секунду, у нас это инсектоид, этот шар еще остался тепловой. Хорошо, открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Правильно, что заметил. Не надо нам это в комнате. Так, инкуб готов уходить? Да, он готов уходить. Открывается внизу портал на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь, огненную пентаграмму.
Есть. Так, бес готов уходить? Готов, а он лярву хочет. Если бы ты себя вел культурно, вежливо, вначале, я, может быть, тебе бы ее и дал. Оно, он говорит, не признал сразу, все ошибаются. Давай, метнулся, забирай лярву и ничего не оставляя. Выходи из клетки, забирай. Да. Забрал? Готов, да. Хорошо, а готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте беса 1, 2, 3. Бес уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь там в огненную пентаграмму. Он ушел, но он тебе сказал, что добрый ты, это тебя погубит. Это он так думает. Он не видел меня в работе. Может, это такой ход конем. У нас дракон остался. Я понимаю, дракон у нас остался. Он его уменьшил два раза или нет? Ну, он, да, он два раза меньше, и на нем это фата. Вот. Вот сейчас ты красиво выглядишь. С фатой, включая фату на полную мощность. 1, 2, 3. Все, что он дал ей негативно от этой фаты, за одну минуту возвращается к нему назад. Все те боли, 1, 2, 3, которые он причинил Юлии, возвращается дракону. Пошла энергия. Он все понял. Останови. Да. Стоп. Готов уходить? Верни мне рост. А что ты мне за это дашь? Мне нечего дать. Вот видишь, а я тебе давал шанс быть откровенным и честным. Ты этот шанс свой упустил. Пусть тебе это будет хорошим уроком, дракон. Возвращая его в исходное положение. 1, 2, 3. Получает свои размеры обратно. Хрюкает. Открывай. Хорошо, открывается. Говорит, открывай портал. Открывается наверху портал на чистоте дракона. Больше его никогда не увижу в этом биополе. Если увижу, накажу по-настоящему. Ты понял, дракон? Говорит, мне здесь больше нечего делать. Согласен. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона, и дракон уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, у нас там фата осталась еще, это, да, висит? Нет, она на нем. На нем, он забрал уже фату и забрал этот, ну, какую-то пластину. Клетка пустая сейчас? Да. Хорошо. И мы закончили сейчас чистку, всех их отправили, каналы мы отрубили. Давай тогда переходим по проверке, пойдем по частотам. И переходим на частоту магическое воздействие, если таково есть, оно проявляется. 1, 2, 3. Чисто. Хорошо. Переходим на чистоту. Неупокоенные бесплотные души. 1, 2, 3. Тоже чисто. Переходим на чистоту бесплотные подселенцы, если таково есть, они проявляются. Нет. Переходим на чистоту негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Вышли эгрегоры? Да. Спрашиваем тонкую копию, с какими эгрегорами она хочет расстаться и отключить. Мы можем ей в этом помочь. Пусть посмотрит. Нет, что-то сил совсем нет. Значит, 3 в макушку головы. Юли начинает поступать 7. Поднимаем чистоту ее вибраций до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Она говорит, что это что-то новое. Это энергии. Принимайте их. Она, знаешь, у нее эмоциональное состояние, она то плачет, то впадает в какую-то, как сказать, ну, безразличие какое-то впадает. Да, чуть ниже, да, чуть ниже отпусти, может, там слишком близко уже было. А, понятно. Хорошо, принимайте эти энергии, наполняйтесь ими. Частоты поднялись до необходимого уровня. Готово. И давай сначала посмотрим с магией. Потому что она какая-то в каком-то состоянии была, у нее все у нее. Хорошо, давай пройдем по всем частотам. Да, и переходим на частоту магическое воздействие, если таковое есть. Оно сейчас проявляется. 1, 2, 3. Есть у нее гиря большая висит. Опа. Круглая. Отлично. Отправляем силы моего намерения. Эта гиря снимается, уходит в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Есть в тюрьме. Есть, да? Хорошо. И от этой гири сейчас выстраивается канал к ответственному, к мастеру и заказчику. 1, 2, 3. И по каналам они притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3.
Нет у нас заказчика. У нас идет канал к ней. К И она ней. говорит, я навоображала себе. То есть она боялась, что у нее что-то есть, и это придумала? Ну, видимо, да, и навесила себе целую гирю на ногу. Какой кошмар. Круглую. Вот сила визуализации. Вот такая она. Думаешь Она о гире? тонкая копия говорит, что мне проще было поверить в это, чем в то, что я сегодня увидела. Ну, понятно. Значит, я тогда с вашего Я разрешения... искала ответы, она говорит. Понятно. Ответ вы нашли, я тогда гирю убираю. Или вы ее хотите с собой забрать на память? В коем случае. Хорошо. И открывается под гирей портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Улетает эта энергетика в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, хоть это убрали. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души, если таковая есть, проявляется. Нет информации, что там места не было для них. Ну, согласен, да. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Собака. Кто? Собака. Собака. Собака в клетку, тюрьму, 1, 2, 3. Что она там делает, собака? Сейчас язык вытащила, дышит. А что ты там делал, пес? Когда ты заскочил? Он меня слышит? Да, он показывает. Да, что он показывает? Его машина сбила. Понятно. Как давно ты уже находишься в ее биополе? Когда тебя сбила машина и когда ты зашел? Сразу зашел или позже зашел? Когда сбила машина, он бежал, бежал, бежал. И очнулся уже в ее биополе. Да не Понял. Было сил бежать. Хорошо, собачка. Не будем тебя мучить. Ты мне скажи, куда ты хочешь уйти? В собачью жизнь, он говорит. Хорошо. А интересно, а есть у нас собачий портал? Вера, мы еще никогда собак не отправляли, по-моему, да? Один раз отправляли, но она хотела в определенное место. Хорошо, давай сейчас тогда сделаем. Открывается портал в мир собак. 1, 2, 3. Если такого есть. Открылся? Да, он выбежал и лает. Да ты что, доволен? Ну как, спасибо, говорит, да. А, ну давай, счастливо. А что там видно, Вера, в портале? Действительно собачий портал есть? Ну, я не вижу там ничего особенного. Видимо, там есть понятно, другие хорошо. Собаки, раз ему нравится. Ну и все, закрывай, печатай, растворяй. Поехали дальше. Негативные эгрегоры мы убрали? Нет, мы до них дошли, он есть, и он по кругу какой-то такой эгрегор. Хорошо, спрашиваем тонкую копию Юлии. Готова ли она расстаться с этим эгрегором, или она хочет его оставить? Она хочет расстаться. Хорошо, проводим тогда сейчас работы по отсечению негативных эгрегоров. Она сможет дать импульс? Она или... сейчас сможет, да. Мы ее закачали энергию, она совсем поменялась. Отлично. Хорошо, проводим тогда работу по отключению негативных эгрегоров. Юлия выбрала свое, приняла решение, что она хочет отключиться и готовится. Концентрирует всю свою энергию и на счет 3 отсечет все негативные, ненужные для нее энергии эгрегоров. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Она сожгла. Молодец. Открывается внизу портал в галактическое ядро. Остатки улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Переходим на чистоту лярвы. Посмотри, пожалуйста, 1, 2, 3. Есть ли у нее лярвы на теле еще? Нет. Нет. Ну, бес все сожрал. Хорошо, мы это здесь закончили. Мы закончили чистку. У нас еще остались вопросы к куратору. Давай сейчас выберем куратора, вызовем куратора. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в нашу комнату диагностики куратора или учителя. 1993 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. У нас женщина здесь, она, знаешь, как из сказки Золушка, фея с волшебной палочкой. Отлично. Мы приветствуем куратора или учителя. Представьтесь, пожалуйста. Учитель. Учитель, как вас, как к вам обращаться? Милена. Милена.
Очень красивое имя. Уважаемая Милена, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня производили чистку вашей подопечной Юлии. Убрали из нее там интерферентов. Юлия изъявила желание встретиться со своим учителем или куратором и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Как же я рада, что я достучалась до Юли. Ну, мы, она говорит, достучались до Юлечки. Это было нелегко. Да, нам такое кураторы часто говорят здесь. Но у вас получилось, все нормально. Она и до нас дошла, мы ее почистили, и сейчас вы здесь. Видите свою подопечную. 10 вопросов. Я счастлива за нее. Нам тоже очень приятно. Хорошо, тогда приступим. Если вы не возражаете, первый вопрос. На каком уровне находится моя душа и какая она? Земная или космическая? На 10 уровне земная душа. Второй вопрос. Как я могу связаться со своим куратором? Добро пожаловать. Я твой учитель. Можешь держать связь со мной. Как? Очень просто. Развивай в себе способность слышать. Яснослышание. Мне яснослышание хорошо развито, я думаю. Да. Отличный совет. Благодарим вас, Милена. Юлия наверняка сможет связаться, погрузить себя в состояние транса и выйти на вас. Тем более имя она уже знает. Хорошо. Переходим к третьему вопросу. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? 2 прошла, 3 осталось. Хорошо. Четвертый вопрос. Какая цель моего воплощения? Твоя цель – это развитие души. Ну, тут связан 5-й вопрос. Сейчас, подожди секунду. А, еще идет. Хорошо. Она как-то отвечает. Сейчас, подожди. Пожалуйста. Цель твоего развития – это развитие воплощения, это развитие души. И, наверное, твой следующий вопрос будет, а как же все-таки развивать свою душу? Ты не можешь себе представить, как мы счастливы, что ты в твоем, можно сказать, юном возрасте достучалась своего учителя в моем лице. Первое, что происходит, это осознание. Информация будет поступать, как я уже сказала, яснослышанием. Главное – верить в то, что ты слышишь. Или хотя бы допустить мысль, что это может быть так. Это называется развитие интуиции. То есть все происходит постепенно. Когда ты научишься это делать, будут приходить новые люди, информация. И ты поймешь суть своего воплощения. Думаю, что я ответила на этот вопрос. Благодарю больше, чем очень хороший ответ. Благодарю вас, уважаемая Милена. Переходим к 5-му вопросу. Он состоит из 2 вопросов. Какое у меня призвание и как мне раскрыть свои таланты? Таланты будут раскрываться с развитием души. Как развить свою душу, я уже сказала. А здесь я бы хотела упомянуть очень важный вопрос для Юли – это эмоциональное состояние. Постарайся держать его в гармонии. У тебя твое состояние, конечно же, из-за того, что было много кого в тебе, действующих на это. Здесь отчасти твоей вины нет. Твое эмоциональное состояние, оно прыгает от высокого до низкого. Это тоже часть задания – научиться держать баланс. Когда мы говорим «не отпускать вибрации», именно это мы и подозреваем. Когда эмоции прыгают вверх-вниз, вибрации тоже отпускаются. И это путь в никуда. Борьба с интерферентами, раздача энергии. Поэтому постарайся научиться держать баланс и гармонию в эмоциях, именно в эмоциональном теле. Благодарю вас за этот ответ. Я понял, вы хотели сказать, держать все в балансе. Очень важны эмоции для Юли. Ну вот я хотел спросить, вот, например, если человек находится в умиротворенном состоянии, он начинает смотреть какой-то веселый фильм, начинает смеяться, у него происходит по-любому скачок эмоций, правда, вверх. Потом же он опять возвращается в какое-то свое состояние, нормальное состояние. Смех бывает разный. Вот. Объясните здесь, пожалуйста, если можно.
Смех бывает гармоничный, который не выходит за рамки гармонии, а бывает истеричный, О! который вибрирует на определенном уровне. Вы знаете, Милена, вы сейчас мне открыли глаза на одну такую вещь. У нас часто встречаются такие случаи, когда драконы подселяются к людям именно на концертах. Именно там, где веселая, хорошая такая сверхэнергия. Скорее всего, даже это связано с этим прыжком эмоционального состояния, которое они видят. Я правильно понимаю? Правильно. Благодарю вас. Все сейчас. Сверх плохо. Все сверх гармония. Плохо. Золотую Если вы середину. Будете держать гармонию, Да. От вас будет идти волна этой гармонии. Это ваша защита. Очень хороший совет. Я очень вас благодарю, Милена. Вы даже не представляете, какую сейчас хорошую истину до нас донесли для Юли и для всех, кто будет... Смех кто бывает это... пошлый, в том числе. Это низкие вибрации. Это когда кто-то кого-то высмеивает, какую-то смешную ситуацию такую с кем-то, когда случилось. Я так понимаю, это низкие вибрации. Пример, чтобы понять. Пошлый смех, но это над пошлыми шутками. Пошлыми шутками, пошлыми ситуациями и смех над кем-то. Над кем-то. Над кем-то. То есть можно над какой-то ситуацией смеяться, но над кем-то, это значит, ты переходишь какую-то границу туда, личности, правильно? Правильно. Благодарю вас, Милена. Я хотел просто... Очень интересно с вами общаться. Я перехожу дальше к вопросу. Когда тебе смешно, кого-то больно, у человека возникает обида. Это так никак не может быть. Так как эмоциональное состояние людей разное, он может носить эту обиду на годами. Того, кто смеется, а может сохранять ее где-то в себе. И это превращается в лярвы и груз, негатив, который вы выбираете. И который остается потом на человеке висеть. Как мы вот в этом случае у Юли нашли огромную лярву. Лярва, гири. Гири. Но гири это вообще меня удивило. Человек сам себе гири придумал и так себе свои силы визуализировал, что они действительно появились. Вот точно так же она может связаться и с вами. Это намного легче и будет более продуктивнее для ее развития дальнейшего, а не гири. Нечего бояться. Гири возникает, когда страх появляется. Я могу переходить к следующему вопросу. Шестой вопрос. Здесь описывается ситуация. И, скорее всего, уважаемая Милена, вы должны знать о ней. Что произошло 19 июля 2018 года в храме Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской в Москве? В меня кто-то вселился? Сейчас я посмотрю по списку. У нас бес 2 года сидит. Сидел. Инкуб 1.5. Вроде никого я не было. Я бы сказала, прошел через тебя. Прошел, но не остался, да? Нет. Понятно. Это был демон, да? Да. Понятно. Мы их каждый день здесь встречаем, мерзкие сущности, поэтому... Он нашел себе жертву поинтереснее. Более поинтереснее. Меня еще очень удивляет. Милена, какое ваше мнение хотелось бы узнать? Вот именно у нас много людей, у нас все... Кто к нам приходит? Верующие люди. То есть они все имеют контакт, веру в Творца. Это основное условие, которое иначе мы людей не берем на наши сеансы. Вот. И многие люди рассказывают такую ситуацию, они посещают эти святые места и чувствуют, как в них прыгают бесы, демоны прыгают, как в них всякие сущности залазят, которые себя очень уютно, когда их вытаскивал, они рассказывают, что они себя в храме чувствуют как дома. Вот. И в монастырях они чувствуют себя как дома. Когда я спросил архангела Ханиила, он сказал, что потому что это связано с культом, который практикуется, там не все так, в общем-то, и чисто. Есть какие-то такие моменты, которые люди от себя добавляют, и, в общем-то, сущности эти низковибрационные, как бесы и демоны, черти очень отменно себя чувствуют в таких святых местах, как мы их называем, в Божьем доме. Вы говорите про эгрегоры.
которых есть слова и ритуалы для привлечения людей. Это верно, но почему сущности эти низковибрационные выбирают именно такие места, чтобы перепрыгивать с людей? Там очень много людей. А, понятно, понятно. То есть это как встреча их, всех бесов они могут себе выбрать. И люди рядом стоят, безусловно, а они прыгают на расстоянии около метра полутора, если человек находится, насколько я знаю. Поэтому да, согласен, согласен. Благодарю вас. Все, мы этот вопрос поняли. 7-й вопрос. Как мне научиться любить и принимать себя и людей? Не надо любить людей. Начни с себя. Невозможно любить всех. Но если ты поселишь любовь внутри себя, тогда ты сможешь найти прощение для людей. Это больше, чем любовь. Ты сможешь объяснять поступки, которые... Может быть, сейчас ты думаешь, что неправильно. В этом и есть любовь. Понимание человеческих ошибок, прощение. Но пока нет любви к сердцу, пока ты не понимаешь свою душу, ты не поймешь даже, о чем я говорю. Я хочу привести яркий пример, когда Иисус говорил, что нужно подставить вторую щеку. До сих пор это не понято. Он именно об этом и говорил. О прощении, о принятии. Люди слабы. Но когда ты поднимаешь свои энергии, когда ты поднимаешь свои вибрации, когда ты начинаешь жить в этих вибрациях, ты начинаешь понимать, это как борьба человека и муравья. Может быть, это грубо, но это будет понятно для вас. Ты не можешь драться с муравьем. И точно так же, когда твои вибрации высоки, и внутри тебя мир, ты не можешь спорить с теми, кто блуждает в темноте. Под темнотой я подозреваю людей, которые не могут найти себя. Они в следующей жизни не смогут найти себя. Нам один слово в слово точно так же объяснял эту ситуацию мой учитель Архангел Ханиил. И вот он точно так же говорил, не надо всех любить, научи любить себя, посели в себе эту искру, и только тогда откроется тебе там все, что вы назвали. Абсолютно верно. Я благодарю вас, Милена, за этот очень развернутый и красивый ответ. Если вы закончили, я могу переходить к следующему вопросу. Спасибо, что вы понимаете, о чем я говорю. Мне очень трудно объяснить это человеческими словами. Понять только, когда это чувствуешь. Мы это проходили сами. Если человек не чувствует, он не поймет, о чем, что я хочу донести. А как объяснить слепому, что такое голубой цвет? Такой риторический вопрос. Вот хороший пример. Да, так и есть. Для этого надо дойти, и когда это понимаешь, осознаешь, у тебя сразу меняется все. Даже лучше, чем борьба с муравьями. Я запомню. Хорошо, Милена. У меня еще есть пару таких выражений. Если еще увидимся, я вам расскажу. Переходим к следующим вопросам. Какие у меня были воплощения? Кем я была в прошлых жизнях? Я думаю, здесь... Будет смысл назвать ее последнюю жизнь и, наверное, самую яркую жизнь, которую она имела. Потому что о всех воплощениях, если их было много, на ваш выбор. Воплощения были разные. Подожди, она меня по карте ведет, показать, где были воплощения. Год, страна, род деятельности. Она была мужчиной, жила в Японии. В 1852 году родилась. Недавно фильм смотрел про эту эпоху. 1852 год. Война везде была. А самое интересное воплощение, которое у нее было? Все воплощения интересны. Из всех душа выносит частицу знаний. Есть жизни, когда душа отдыхает, есть жизни, когда она набирает максимальное количество знаний, есть наоборот, когда она очень плохо заканчивает какой-то путь. Вот, я вот это имел в виду.
Может быть, здесь в этом отношении есть что-то? Душа Юлии пока учится. Отлично. Благодарю вас. Как мне повысить свои вибрации? Девятый вопрос. Попробуй сперва удержать их. Какой хороший ответ. А расскажите, Милена, если можно спросить, как их правильно удержать, на ваш взгляд? Вот дайте ей совет. Как... Эмоции. Она... Я уже эмоции. Говорила. Контроль эмоций. Контроль эмоций. Абсолютно верно. Поставить эти границы, не прыгать выше туда, не падать ниже такого определенного уровня, а лучше всего находиться в состоянии умиротворения и отсекать все факторы раздражения. Тогда можно практически постоянно находиться в состоянии диалога со своим учителем или куратором. Это мы из своего опыта подсказываем. Хорошо. Я переходим. Бы хотела добавить, что пожалуйста, когда эмоции в каком-то определенном балансе, и ты не падаешь ниже определенного уровня. Ну, я начну с того, что всегда найдется тот, кто хочет понизить их. Это будет как экзамен. Тест. Всегда найдется тот, кто будет выводить тебя на нижние вибрации и эмоции. Да, мир не без добрых людей. В какой-то момент ты начнешь справляться с этим, отвечая спокойно или реагируя по-другому. В конце ты будешь знать, научаясь делать это, ты будешь знать, ты сделаешь маленький шаг. Ты научишься держаться на определенном уровни вибрации, сохранять этот уровень. Вот оттуда ты можешь сделать второй шаг выше, повышая планку вибраций. Этим ты притянешь к себе других людей, людей с повышенными вибрациями. Кого-то ты будешь учиться, кто-то будет учить тебя держать эту планку. Жизнь меняется таким образом, когда ты меняешь себя. Все взаимосвязано. Ой, вы так красиво сейчас ответили, Милена. Я вас, честное слово, очень благодарю, потому что так развернуто у нас редко кураторы говорят. Говорят, безусловно. Вот, ну, я вы... прошу прощения, мне очень пожалуйста, трудно говорить. Я подбираю слова, да, понятные. Отлично вы подбираете. Все понятно. Чтобы донести мои слова для Юлии и других, кто это услышит, но имеет разный диапазон вибраций. Благодарю вас, Милена. Если вы закончили. Я вам хочу зачитать тогда 10-й пункт, последний. Хочу послать свою любовь и благодарность за то, что у меня есть учитель, и за то, что привел меня сюда на чистку, и благодарю за то, что ты посылаешь, за то, что посылаешь множество прекрасных людей на моем пути. Благодарю тебя. Это к вам, Милена. Сейчас между ними такая волна прошла вот этой благодарности. Я почувствовал здесь. Уважаемый... такой пришел энергией. Уважаемая Милена, если вы хотите сейчас что-то лично передать Юле, это был бы самый хороший момент, вы можете сейчас ей передать какое-то сообщение, она об этом узнает, услышит. Она уже передала. Отлично. Хорошо. Уважаемая Милена, у нас есть такая добрая традиция, все кураторы, все учителя, которые приходят к нам в комнату диагностики, получают от нас подарок. Мы хотели бы у вас спросить, что бы вам хотелось получить от нас, любую мыслеформу, любую ягоды, фрукты, воду, кристально чистую, водопад, все, что вам угодно, я могу вам это сделать. Прошу вас, что бы вам хотелось? Она говорит, о, ты поставил меня в тупик. Но подожди, я хочу добавить еще, что вот, когда между ними вот эта волна шла, и вот ты спросила, что она хочет передать. Вот она как раз свою благодарность хотела передать. И какую-то информацию такую, что она всегда рядом. Угу. Отлично. Хорошо.
Благодарю. И теперь к нашему вопросу. Она хочет птицы. Какие птицы? Белые, небольшие. Канарейки, певчие птицы, которые поют очень красиво. Или какие именно? Птиц множество на земле. Покажите Вере. Но она мне показывает, я не знаю их названия. Белые небольшие птицы, у них красный нос. Я вижу их, я вижу. Хорошо. И сейчас давай в твоих руках появляется одна пара, то есть мужчинка и мужского и женского пула. И все это появляется в твоих руках. Или в чем они сидят? В клеточке? В клетке. 1, 2, 3. Но у нас такая появилась, как нашест, такой, я бы сказала, небольшой. Он без клетки, да. Просто. И он куполом таким накрыт, и там крючок, за который можно держать. И еще корм туда для двоих птичек. 1, 2, 3. Пусть у них корм будет, который они любят. И вода. И воду, кристально чистую воду. 1, 2, 3. Готово. Они чирикают, ну как поют так. Отлично. И от нас передай большую такую корзиночку с нашими фруктами, которые есть на земле, с ягодами, самыми чистыми, самыми лучшими, которые есть на земле. 1, 2, 3. И примите нашу сердечную благодарность. Благодарим за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы, Милена. Она говорит, какое умиротворение, как неожиданно и приятно. Я благодарю вас. Принимаем вашу благодарность. Благодарим и вас за ваши ответы, за вашу сегодняшнюю встречу с вашей подопечной. Нам было очень интересно с вами общаться. Надеемся, до скорых встреч. Или же благодарю уже... и надеюсь, что наша связь с Юлей установлена. Она уже установлена, я больше чем уверен. И она выйдет скоро на вас. Милена, желаю вам всего доброго. Мы будем тогда сейчас возвращать тонкую копию Юлии в ее систему биоробота. Прощаемся с вами. Всего доброго. Хорошо, Верочка, мы здесь закончили. Давай, и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юли в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет 100% синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3.